Итак, ребят, смотрите, стал вопрос в школе, если хотите поставить сервер на, например, ноутбук, ну, чтобы больше заниматься, да, или там мало делать для чего, или на другой компьютер. И стоит вопрос, а как его подключить в интернет, к интернет. Понятно, что второй интернет для дома никто не будет там выдумывать, поэтому я сделал уроки. Уроки, как подключить по впа э, VPA, 2 то есть соединению. Грубо говоря, это э, обычное Wi-Fi соединение, да, э, защищенное. Э, ваш второй сервер, чтобы он работал. У меня заработал. Значит, ребят, смотрите. Я вам дам много ссылок. То есть, по сути дела, э, э, ребят, первое. Первое. Первое, что надо сделать. А, первое, что надо сделать. При установке системы. Вот я не помню, в какой пакет я Debian скачал, но просто сейчас уже надо уходить, а мне не хочется затягивать этот вопрос. Значит, ладно, поехали по быструхе. Значит, при установке системы вы должны, вот я все эти ссылки вам дам под видео. Вы должны вручную скачать э, драйвер. Вот в данном случае Debian 9, там будет 10, то фирмваре э, Wi-Fi, да. То есть, грубо говоря, находим свою версию, э, находим свою версию, да, и э, переходим. И видим вот, допустим, Stretch Stable, да, и все фирмваре и Ви wi ну, Wi-Fi, грубо говоря, Wi-Fi. Сейчас я установочная флешка, потом в комментариях спросите. И просто-напросто, где аль, вы берете из любого зеркала его скачиваете. Вот так. А потом, ребят, ну, допетрите. Короче, когда сделали образ, образ, системы там на Rufus или на чем-то, открываете э, этот образ, там увидите, найдете папку, ну не помню, я хоть убей, там увидите Firmware, а, по-моему, эта папка так и называется, в общем, вот это туда надо впереть. Э, зачем? Потому что, когда вы будете устанавливать тот же DBA на ноутбук, у вас должна, э, что сделано на основном ком компьютере, на основном компьютере у вас должна быть создана. Это сейчас я э, пароль нормальный ставьте. Это я просто ставил такой пароль. Потому что, ну, чтобы времени не теряйте. Так много времени ушло на все это. У вас должна быть э, включена точка доступа. Да, там ВПА, то есть защищенная. Э, все включили и ставите Debian, и Debian найдет сеть. Вы там выбираете беспроводное соединение, вводите уже нормальный пароль, она подключилась. Все, Debian на, на процессе установки Wi-Fi должна установить, иначе потом будете мучиться. Вы же интернета то пока нет. Теперь, ребята, сам процесс установки. Значит, я дам ссылок и объясню. Вот э, у вас будет с Google диска, вы скачаете такую в папку, Team His. Грубо говоря, добавляю сразу программу, чтобы не забыть. Почитайте, сложного нету. То есть то, что я делал в командной строке, там может быть долговато, но чтобы вы представляли, да, я сделал программу. Вот эту ссылочку добавляю. По умолчанию в каждой системе Linux есть программа, которая... Так, запись. Запись командной строки. И э, что вам надо сделать? Вот там все здесь показано, но, по сути дела, все дело банально просто. Вы открываете э, свой терминал, вам надо э, зайти в папку, то есть распаковать ее, TeamHist, там вы увидите 6 файлов. По сути дела, потом вы эти команды сможете проследить, да, то есть весь, все, что я тут записывал по-русски, оно все здесь есть, да, команды выберите потом, да один файл здесь временные интервалы, а другой текст сохраняет. Грубо говоря, и смотрите, получается, вы вводите, то есть, чтобы посмотреть, тут мне пришлось, я подзабыл, три раздела. То есть, вам надо набрать скрипт, скрип, и вот можете тап нажимать, оно само дойдет. Скрипт, R Replay. Далее указываем Team TXT, His TXT. Только вы указываете каким образом. Само собой по номеру. Team 1, то есть Team без номера, His без номера. Следующий раз, который второе будет смотреться. Team uh, 2, His 2. И третий раз Team 3, His 3. Грубо говоря, и вводите первое, что посл... вы должны зайти в эту папку, ребят, обязательно. Поняли, да? Тим, пока без этого. Текст я могу тап нажать, на слово. Дальше через пробел. His. И уже найдет, да? Текст Нажимаете Enter. И вот то, что я делал в терминале на ноутбуке, совершенно другом компьютере, вы будете здесь смотреть. То есть, по сути дела, я вот, то есть, э, ну э, я писал где-то, я старался делать все очень медленно, чтобы это было каждому. Понятно, сейчас буквально пару сек, не торопитесь. Это вообще-то я тороплюсь. То есть я писал, чтобы вы сообразили, что делать, кто уже совсем полный ноль, да. То есть я писал и русскими, поэтому э, будет что. Команда не найдена, это просто ну, понятно. Вот проверим, есть ли беспроводное соединение. Если вы правильно установили систему, то, что я говорил, вот вводите это cbbin, Dev. Все. Вот видите, интерфейс у, у вас свой. У меня в LP 3S0. То есть есть. Споймал наш компьютер. Мы видим, есть интернет. Ну, в общем, поняли, да, смысл очень понятен. Теперь, ребята, когда. В конце там, в третьем я показываю SSH. Мы соединяемся по, вот сейчас я соединен, то есть все очень просто. Последний третий урок берете там адрес. У меня он там был э -э свой, да. Ну, э -э в общем, не буду сейчас показывать, но в общем вот э тот сервер, да. То есть сейчас я с Sage с ноутбуком соединен. Я там все описывал подробно, то есть разберетесь. Я даже и настроил быстренько на сервере, чтобы взять эти файлы, и настроил даже FTP быстренько. Но это мы будем в школе, в уроках FTP, это я, чтобы эти файлы скачать оттуда. Да, настрою ноутбук-сервер no чисто так, символически. Значит, ребят, смотрите. Теперь, вот мы с вами делали все вручную. Вы, вы, я вам дам еще некоторые ссылки, но тут кое-что изменилось. Нет, 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 не то. Не то я хотел дать. Не то. А, ну вот. Русские вики, вот еще потом, когда просмотрите все эти вещи, вам станет понятно. Потом, на будущее, уже я это оставил для вас. То есть, по сути дела, можно... Э, мы создавали с вами только вот эту часть файла, а вы потренируетесь. То есть, ссылку я дам, да, на... Э, на... Сразу себя вобью. То есть, э, на... На чего я там дам ссылку? Да, на Вики, да, Arch Linux. Запись командной строки тоже посмотрите. Но там, чтобы вы знали, это уже для вас работа, то там можно уже потом и автоматизировать. То есть просто набираете... ВПА, когда все проделать сначала ручками, ВПК супликант. Когда будете понимать, что делать, да? ВПА автоматик, автоматическая любой открытой точки доступа через супликант. В общем, су су грубо говоря, понаходите. Вариантов здесь на самом деле много, но это просто на будущее. Ну, не все ж вам рассказывать. Что-то надо и самим сделать, правильно? Вот. И, грубо говоря, у вас появится, вы установите, в конце концов, на ноутбук сервер, и при помощи вот этой утилиты, которая входит в стандартный состав Debian, наверное, и в Ubuntu, Сможете подключить по Wi-Fi и будете радоваться своему серверу, будете кто-то будет э, развиваться, кто-то будет там какие-то что-то делать. В общем, грубо говоря, наша цель подключить. Поняли смысл? Все остальное где-то вспомню, добавлю под видео ссылки. В общем, ребят, все, все получится.